Ты был одет в стихи, и грудь твою прикрывали буквы. Строки прилипли к губам твоим, звуки застряли в легких. Ты отражаешься тенью серой, что никогда не догонит тебя. Что же ты можешь дать тем буквам, если не можешь поймать сам себя? Каждому из нас при рождении дается какой-либо талант. И если вам кажется, что это не так, то вы просто не пробовали найти и раскрыть его. Поэтому не стоит бояться новых занятий, особенно в более старшем возрасте. Одним из моих талантов я считаю умение делать необычные макияжи, ведь с помощью него я могу за несколько минут перевоплотить кого угодно в другого человека, корректно, правдиво и лаконично выразить себя с его помощью. Ведь каждый образ, который я создаю, и есть я. И насколько бы странным он ни был, вещи не скрывают мою личность. Кто ты? Какими талантами ты обладаешь? Ну, и на десерт.